Сегодня наступило одно из ожидаемых астрономических событий 2015 года – солнечное затмение. Вентспилский дом творчества активно готовился к этому, пригласив всех понаблюдать за этим явлением. Солнечное затмение – это интересное явление природы, когда на одной плоскости стоят Солнце, Земля и Луна. Если Луна находится между Солнцем и Землей, тогда и происходит солнечное затмение. А если Земля в середине, а Луна подальше, то происходит лунное затмение. Тогда Луна попадает под тень Земли. Такое грандиозное событие, что пропустить такое невозможно, потому что оно происходит, во-первых, очень редко. И следующее событие только было через буквально 100 лет. В Вентспилсе солнечное затмение началось в 10 часов 53 минуты. Максимальной фазы достигло в 12 часов 2 минуты и закончилось в час и 11 минут. Это затмение особо интересно тем, что в Латвии можно наблюдать довольно выраженную фазу затмения, особенно в Курземе. В Вентспилсе самое большое 80%, в Лиепае 79%, в Риге 77%, в Даугавпилсе 74%. Из-за плохой погоды понаблюдать в телескоп за солнечным затмением не удалось, но всем желающим Вентспилсский планетарий выдал специальные очки и фильтры, с помощью которых можно было понаблюдать за природным явлением. Как только пришел сюда, зашли на крышу, сразу выдали ленточки специальные, черные. Сразу, как только увидел, прям такое впечатление получил, очень интересное. К сожалению, как мы видим, сегодня небо покрыто облаками, и, конечно, затмение мы не сможем наблюдать. Когда была максимальная фаза, мы могли видеть закрытие солнечного диска. Небо было затянуто облаками, как вы видели, и ничего, к сожалению, не было видно. Так часто рискуют различные экспедиции, которые наблюдают за полным солнечным затмением. Они приезжают в какое-нибудь конкретное место и разочаровываются, так как ничего не было видно. Смотреть на солнце нельзя невооруженным глазом. При проведении наблюдения необходимо использовать специальный фильтр. Не принимая необходимые меры предосторожности, можно ослепнуть навсегда. Наблюдать за солнцем и не только за солнечным затмением нужно обязательно с использованием плотных фильтров. Например, идеально подходят фильтры сварщика. Поскольку солнце было закрыто луной всего на 80%, темнее на улице не стало. Конечно, если бы было чистое небо, то мы могли бы видеть тень, небольшую. Но потемнеть совсем может только тогда, когда затмение полное. 80% этого недостаточно. В народе считается, что солнечное затмение может негативно сказаться на здоровье человека. Артурс Анш опровергает это. Нет, не влияет. Это все придумали люди. В свою очередь, на природу может влиять. Когда полное затмение, на пару минут птицы замолкают, животные затихают. Они думают, что пришло время спать. Следующее частичное солнечное затмение в Латвии можно будет видеть только 10 июня 2021 года. Его максимальная фаза будет сравнительно небольшой – 0,31. А вот полное солнечное затмение произойдет лишь в 2142 году. Ольга Волошан, Андрей Кулыгин, Курземское телевидение.